там следи за сандалями. А, слежу, они... слежу, да. Всем привет, мы пошли в магазин. Докатились, нет у нас ни хлеба, ни молока. Все съели. Все съели. Троглодиты наши. Начинаешь-то, они не могут. Не троглодиты? Нет, они не могут. Нет? А, это я много ем. Я так не сказала. Все, ты намекнула, да? Заметь, заметь, что ты сама сказала. Да? Все ясно. Ого, какой дом страшный. Сейчас в магазин сходим, а потом... 66. Дом симпатичный, что он страшный? Да я не про сам дом, про номер дома. А потом это... Поеду. Надо Ксюхе сандали купить. Пора бы уже. А потом мы будем стряпать отбивные, да? Стряпать. Мы их будем жарить, ладно. Стряпать. У меня все стряпанное. Состряпаем. Да, мы состряпаем отбивные. Очень вкусные. Воздушные, пушистые, красивые. Да. Тут у нас живут черепашки. Ну, их не видно. Подальше, маленько. А, точно. Да. Это Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Это лебенок наш. Ты где? Где? Господи, шапку на тебя нацепили. Пошлите за хлебушком, за молочком. Ну, у него зубы лезут, я же тебе говорю. У него их 8. Они, конечно, лезут. Ну, естественно, лезут. Это. Раньше не брал соску. Тоже бывает, да? Это вот как вот у меня ирисы, да? Да? Да, они что, такие цветные бывают, всякие разные? Конечно. Нифига себе. Они бывают даже нескольких цветов. А, в смысле разноцветные, как эти, да? Как этот еще тот. А вот это вот ива плакучая. Я когда первый раз увидела, обалдела. А она где-то в июле, она прям до земли свисается. Я в этом, в Лазаревске тоже видела. У них, короче, детский клуб, ну, как не клуб, а ну, там, аттракцион стоит посередине, вот такая вот прям большущая. Ну, она прям летом будет прям до земли, красиво. Под ее прятку прям можно. Там так красиво вообще. Я никогда их раньше не видел. Ну, они такие сопливые. Сопливые? Ну, они прям плачут соплями. Не соплями, знаешь, это как будто прям я чувствую, похолодание будет. Будет, оно уже. Оно уже, да. Еще будет сильнее. Опять отопление будем включать. Угу. Старшие так погуляют, а маленькому-то тоже надо подышать. Конечно. Мы уже как бы выносим возле дома. Там тоже тот же воздух такой. Ну, ну так-то. Угу. Тоже нужно погулять. Мы приехали в магазин. Надо нам под платье какие-нибудь босоножки. У них праздник в школе будет. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
Доча. Я вообще вот такой не могу засовывать. Ну не за этого. Они тебе маловаты, надо на размер больше. Нравятся нет, такие? Только 36. А? Только 36? Угу. Но эти маловаты. Вот классные вообще. Даже блестят. Вот мне только что такие мерили, ты сказал, тебе не нравится. Я не говорю, что ей не нравится. Ставь эти на место, эти маловаты. Вот я их сюда поставила. Я боюсь, что ты их тереть, ну, натирать ногу будешь. Еще раз одень, я посмотрю, что еще тут есть. Мне вот очень понравились. Ань, ты посмотришь, что она мерит? А я-то что? Маловато им тебе? Ну, нормально. Сходи, возьми. Она не поймет, как это смотрится даже. Как она на ноге сидит, потому что все оляписто. Давай я возьму сам. А давай тогда эти, нет, скажи мне вот, которые прозрачные. Да. Не уходи. Куда ты пошла? У нас времени 15 минут. Привет. Вот в коляну. Привет. 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 Ну, давай же сейчас печеньки сделаем. Еще. А вы не знаете, где моя палка, ребятишки? Нет. 10-й, 11-й. Тут будет 11-й. Где-то я ее положила, когда зашла. Кто-то растение, а кто-то печенье. Я печеньки. Я суши. Ты любишь суши? Да. Я тоже люблю, но это дорогое удовольствие. А когда нас много, то это вообще нереально. Дай. Ты почему вот сет заказываешь? Я не люблю суши. Извините, да. Ту же тысячу там потратили. Извините, да. Мало это очень. Ну, 2000 мы потратили. На нас всех. Что, не нашли палку?
Если мы пойдем сейчас в какой-нибудь кафе где-нибудь посидеть, мы там ровно столько же, да, вот так вот. Поэтому раз заказали, мы в Лазаревске так делали. Раз мы заказываем иногда по праздникам. Закажем такой. Сет какой-нибудь, ну, такой. По праздникам. Мы не так не заказываем. Слушай, а завтра праздник? Я не люблю рыбу, люблю суши. Посмотри, пожалуйста, на холодильнике, есть моя палка? Завтра нету праздника. Праздник. Такому празднику, чего радоваться-то? Да я старею же. Ты делаешь печеньки из кальмара, я растения? В общем, она решила... Не печеньки, а которые... Да, печеньки. Что это такое? Ма. Дай салфетку его, что я ему протру Мусю. Ой, а что-то мое уходили. Да, он его оторвет. Да, я знаю. У него, смотри, даже как это, мне кажется, у Сереги так было, да? Да. Вот я иду прям один в один, блин. Да. У него же постоянно, когда он подстрижется, особенно заметно вот эти за обратную сторону. Ха-ха. Что было? Родильник. Ну, копия вот папаша. Это... Ну-ка, на, вытри. Да, нет. Я пошутила. Кого ты там вытришь? Это детская салфетка? Да. Тебе такому одному столько внимания, да? Ты же забодал всех нас уже. А? Смотри, вот с ним играешься, он даже не хнычет. Не хватает нам него? Блин, это как-то вот это дело. Ты прикрой рукой. Постарайся как-то. Да? Иди сюда. Давай салфеточку вот так вот положим. Иди сюда. Влад, возьми салфетку, иди выкини. Сейчас. Что там? Надо в ручки нам ее срочно взять, да? Да? Я не попаси. Ну что? Я же отвыкла от маленьких деток. Вот отвыкла, я отвыкла, отвыкла. Да. Нет. Если бы мне такого спиногрыза дать на круглые сутки, я же чокнусь. Вот так вот. Что? Тетьку давай. Тетьку давай. Что? Это не твоя тетька. Ну дай. Ну дай. Не дам. Не дам. Это не твое. Я говорю, все понимаю. Светка только недавно лазить перестала. Буквально 3-4 года прошло. Вру. До 4 лет она у меня кушала. Мне сейчас 9. 5 лет прошло. Ну все, вон. Пора заново, да? Да. Ярослав решил, что он тоже хочет. А что они говорят, просто так кто-то и жат? Да? Да. Не дам. Ну да, скажи. Нет, все, они уже старые. Никому не нужные. Да? Ну зачем ты вот это вот в рот не надо пихать? Давай. Давай. Надо вот это учистить, да? Ну, я это когда голову мою, маленько освещаю. Ой, тебе сегодня в баньку надо. Он сегодня припотел тут что-то весь. Торчит. А? Припотел что-то сегодня весь. А этот витамин D, может, из-за этого хватает ему? А при чем тут витамин? Его давать надо. Когда ребенок потеет, это первый признак, то, что у него не хватает витамина D. Ты в курсе? Сегодня солнышко просто. Потеет, я рядом лежала, потела, ничего? Да? Ну да, прикинь. Зачем вспотела на ребенка? Ты ему уже капаешь этот Д? Нет. Уже не капаешь? Мне же говорили, что в Краснодарском крае не надо витамин Д давать. Да. Да в Сибири там солнышко какое-то неправильное. В Сибири до кого месяц всего были, да? Да, да, да. Поэтому это... Ты блатной, тебе витамин Д не надо покупать. Он сейчас, зараза, дорогой. Я же покупала. Он дорогой. Он в то время, в мое время, когда дети были маленькие, был дорогой. Зимой-то я ему давала по одной капельке. В Сибири по две надо. Вот так это. Я не помню, поскольку мы давали. А это... В Сибири по две давали. А здесь мне сказали, что... С течками, с этими. Опять полез, что ли? Ну, майка просто яркая, поэтому... Не может быть. Знаешь, тетка купила себе майку за 100 рублей. В какой-то веке. Обычно мне ничего не разрешают. Ксюша подходит, говорит, халат, короче, набор.
шортики, маечка и халат сверху. Угу. Все одинаковое, красивое, такой прям, ну, прям костюм. Угу. Я ей сказала, фиг, денег нет. Она мне говорит, а майку ты себе купила? Угу. Прикинь, за 100 рублей майку себе купила. Да, и потом ты еще пришла, и я тут еще наворчала на тебя, что ты, ну, уже купила майку себе. Ну, это вообще такое, мне вообще ничего себе покупать нельзя. Бедная Леночка. Да? Куплю себе шорты за 100 рублей, майку за 100 рублей и хожу, как бомж. Да? Либо как нефиг. Лен. Ярослав, вкусно, да? Очень. Ну, его сломать, может, он же алюминиевый. Он детский же. Крестик-то с детства. Да? Я не дам тебе титю. Жадная, скажи? Что ли? Ты что, жадная? Ну что, опять капризничать начал, что ли? Ну что? Давай посмотрим, там Светочка наша где находится. Решили мы шикануть. Сейчас мы рецептик забабахаем. Я уже мясо приготовила, отбила. Сейчас мы покажем, что будем творить. Да? Я вот бывает, вот как это, бубны бью на кашками постоянно. Да там, где хоть бубен, бей, без бубен, знаешь, целый плохой настроение. Ну а что, иной раз бывает, прям танцевать начинаешь, и все что угодно, лишь бы только это, ребенок успокоился. Потому что... У меня выходная. Так, а где мясо-то? Где? Да? Мясо, да, да. Мясо отбили. У нас все-то сюда не войдет. Что ты достал вот этот маленький лист? Не, нет большого. Причем мы будем несколькими порциями делать. Угу. Огонь. Ну, еще и сковородка. Угу. Угу. Давай тогда сразу сковородку. Ай! Пока нет, попозже. Ничего, что-то на ней что-то сегодня поджарила. Грибы. Огонь, да? А, она же уже в масле, да? Конечно. А! Дочь, пальцы не облизывай, а! Мамуль, раздай интернет. Когда мы пойдем еще гулять? Ну, в субботу будет хорошая погода, сходим. Что ты не срезала-то? Что это за отбегает? Вот я не знаю, куда ее деть, она одна такая косячная. Давай кошкам отдадим. Сделаем мне, я ее сама съем. С косточкой. Может, ее просто вот тогда пожарим, ну, чтобы видно было, что это вот именно вот это. Все, я не могу пока раздать дочь. Я весь снимаю, как тут все это делают отбивные. Я возьму ее, она это. Угу. Ты мороженое слопала? Нет. Ты как всегда. Я как я. Сначала делаем. Угу. Потом наложенка. Так, ну а это на второй борт. Угу. Майонез. Угу. Яйцо с сыром, чтобы пышненько было, да. Ну только немного. Яйца, в смысле. Сыра много, яйца нет. Думаю, наверное, пару яиц надо. Какие-то они шумные сегодня, тебе не кажется? Вообще. Девочки и мальчики, пожалуйста, ну давайте идите в ту комнату. Вы так шумите, а мы снимаем. А я красиво, они виноваты. В
Ксюша делает уроки тем более. Да. А грохот такой, шум в таком такой. Бардаке, это кошмар. А я могу есть. Кто все сделал, выходит из комнаты. Да, я пошла мама. Мое нет. Притихли. Боятся меня, что ли? Ну, не мудрено. Что ты сделаешь, Ксюшке, внутреннюю косичку? Как-то так. Я, блин, не знаю, что я в башку пласти. В субботу. В эту? Да. В эту субботу? Да. Числа на следующей неделе. В эту субботу, говорят. А, уже. Да. Давай это, что она завтра в школу, давай я завтра попробуем. Опробовать на ней, да? Может, посмотрим, что получится, ну, что получится. Ну, что, когда своих детей заплетаешь, оно по одному? Да, дело не в своих или чужих. Дело в том, что у каждого волосы разные же. У кого-то жидкие, у кого-то густые, у кого-то вот так надо делать, у кого-то так. Ну, вот так вот, как ты делаешь, что это вот, я не умею. Одна и та же коса, она по-разному у всех выглядит, понимаешь? Ты знаешь, что я тебе еще хотела предложить? Это, может, подсолить надо маленько грибы с помидорами? Я грибы солила. Солила? Солила. Я так люблю. Ну да. А чем меньше соли, тем лучше. Конечно. Так, грибы, конечно, можно. Ну, по чуть-чуть. Так, майонезиком мы смазали. Теперь мы ложим шампиньончики. Обжаренные. Вареные обжаренные. Да, вареные. Вообще можно их не варить шампиньоны. Ну я же сумасшедшая, так, но да. Я варю грибы. Потому что мало ли что там. Да. Зеленый луком еще обжариваю. Вообще красиво, да? Это вареные обжаренные шампиньончики. Мяско отбили, посолили предварительно, чтобы оно просолилось. Дети не очень любят грибы, поэтому... Много не надо, да, даже не это. Как бы, даже, мне кажется, кто-то из моих будет выколупывать грибы. Как пить, да. Они сегодня одно нравится, завтра другое. Я уже не знаю, как им угодить, честное слово. Мне Карин тоже может полдня ходить, говорить, что это вообще не вкусно, а потом сесть и уплетать. Во-во, это так же, как твой, да, говорит, я, говорит, не ем, говорит, мясо, сел на фигню, дайте, говорит, добавки. Да-да-да. Я уже не знаю, как, смотри, там солнечно, прекрасно. Да. Опять? Да. Сейчас дождик такой прошел, капец. Ну, сначала как бы припугнула с Мариночкой, и все. Так. Перейдет у нас. Не подсолила помидорку? Не надо? Не сыр соленый, наверное, да? Да. Ну да. Сыр с яйцом маленько можно посолить. Да. Согласна с вами, Светлана. Да. Ну, у нас же есть теперь помидорки? Да, помидорки мы докупили, да. Можно прямо. Можно не экономить, да. Четко так сделать, да. Ну, все равно по одной, я так думаю. Да, на маленький по одной. Это у нас мясо по-французски, да? Да, да, да. Я обожаю просто. Очень редко делаю, но очень обожаю. Мясо по-французски. Сейчас мы тут начудим. А что у нас за праздник? Мое день рождения, да, завтра? Мы его заранее решили объесть. Так, ну вот не хватило донорки. Слопала мороженое, дочь? Муську умывай, уроков много задали? Последние дни, видать, забили. А по каким предметам тебе оценки не выставили? По русскому языку, по английскому и по математике. А ну по русскому у тебя тоже четверка будет, у тебя пятерки не будет. Значит, у тебя две четверки будут в четверти. Если по английскому не схватишь четверку. По английскому у меня одни пятерки. Ну все, значит, две четверки на четверть. Дети, я просила потише орать. А что, можно орать?
Брысь, давайте выиграть в комнату. Помидорка. Но это я еще выбрала самые хорошие. Они там лежат, умирают у них прям на этом. А вот такие они более сочные. Более они, да, более они сочные, как домашние. Они, да, они более да, вкусные, да. Такие, кстати. У них и цвет, смотри, какой как да, классный. Да, да. То ли это как робот какой-то. Какой-то непонятно, что это вообще. Они у нас лимонад стащили. Кто бы сомневался. Ну. Налейте стаканчик, пожалуйста, пока еще. Нам один на двоих хотя бы. Пока не кончился. Да. Да, мы знаем, что вы просто... Нам один налейте, мы попробуем, остальное забирайте. Просто мы знаем. Так, все. Он голодный уже. Они не зря вафли таскают. Ну, вафли тоже не надо. Ну, да. Да. Просто это, режим... А нет, в принципе, мы всем где-то садимся кушать. Ну, все, хорошо. Да. Сейчас, как раз. Толчонка у нас уже готова. Да, она еще готовая, горячая. Дочь, налей мне полстакана воды, дай таблетку, а. Мы тебе сделаем без ничего. Просто мясо положим, оно пожарится, как всем, хорошо? Два кусочка сделаем, хватит тебе? Так, помидорку мы уложили сверху грибочков. Теперь у нас пойдет сверху что, Света? Сыр и... Это можно уже ставить, а потом с яйцом, да? Потом, наверное, нет, все а вместе. Да. Да, да. Все просто вместе. Я привыкла, что у меня тут это, ну, там... Нет, 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 духовка тут отличная. Ну, замечательно. У меня там была плохая, поэтому я вообще там с ума сходила. А, мама, он пустой. Нет, там есть маленький, не пустой. Так, теперь в сыр разбили пару яичек. А это во сколько? Да, дочь. Нет, поставьте еду. Да, да, да. Ее принимают во время еды. Сел кушать, сразу выпираешь, кушаешь. Так, в следующую партию надо будет Ксюше просто мясо положить, я чтобы ей это... И садить ее за стол. Надо в эту партию сделать. Да, чтобы сразу кушать, посадить ее, да? Ну, что делать? Выкладывать теперь на доску, что ли? Так, много я не буду ложить? Не-не-не. Сыр последний. Да. Так, чисто символически, чтобы было что-то такое красивое сверху. Можно было, мне кажется, еще яйцо добавить. Мы добавляли яйцо, майонез и это. Это жирно очень будет. Ну, очень. Майонез мы мазали на кусок, ты чё? Много мазали. Ну, там как получится, вы же повара там были. Чё они там, чё? Я до этого работала в кафе. Мы. И Светлана тоже, мы вместе работали. Это сколько лет назад мы работали с тобой? Мы. Тоже посчитать, тебе 17 лет было, да? 16 лет назад, да. Ну, мы где-то с десяток лет там отработали в этом кафе. Потом Света ушла, а я в соцзащиту пошла. Прям с кафе, кстати. Одно время я и в кафе подрабатывала на выходные. Ну, это уже как бы отдельная история. Да. Просто, что мы сыр-то работали, нам вообще не хватает, прикинь. Что мы работали в одном кафе. Поэтому мы как бы обсуждаем такие темы. Да, смазывай. Размазывай. Блять, хотела же еще кусочек купить. Давай, девок, пошлем. С карточки. Быстренько. Они пойдут? Мы их полдня, блин, уговаривали. Пока эта партия жарится, они сейчас быстро сбегают. А там дождь кончился? Да. Женя, нам сыра не хватило, дочь. Не-не-не. Ну а как жарить-то остатки? Мы только с магазина пришли. Ну все, что-то. Ну вот. И вот такую красотищу мы сейчас засунем в духовочку. Что там на три штуки осталось размазать, если? Редиска. Вот такие вот у нас красивые отбивнушечки получились. Состряпанные. Состряпанные, да. Все, дети будут садиться кушать. Я уже. Всем пока-пока. И приятного аппетита. И приятного аппетита, да. Пока.